связи с финансовыми затруднениями как бы сейчас немного затянулся. Эти дома представляли угрозу и требовали срочного переселения, так как могли в любой момент обрушиться. Поэтому с них и был начат пилотный проект. Работу начали вести два застройщика, то Балашак Т и то Исок Плюс. На сегодня то Балашак Т дом практически завершен, то Исок Плюс на сегодня ведутся работы. Подрядчик обещал до конца года завершить все работы, строить монтажа работы. И надеемся, что работы будут завершены и жизнь получит квартиру. Там соблюдены все принципы государственно-частного партнерства, но проект он не ГЧП, потому что законы вышли чуть позже. Но почему, еще раз повторюсь, на тот момент дома могли обрушиться и требовалось срочного переселения жильцов. Вот если вы сейчас не строит дома, вот будете подавать в суд, что-нибудь какие-нибудь станет? Договор там есть, договор там написано, есть ответственность сторон. И если плюс не будет свои обязательства, к ним будут приняты все меры, установленные законом.